Что может быть лучше хороших и качественных презервативов вроде сагами? Правильно, ароматизированные сагами. Прямо сейчас вы наблюдаете распаковку двух наичудеснейших ароматов. Это мята и клубничка. Не переживайте, что в процессе страсти сможете как-то перепутать эти упаковочки. Специально для вас их подписали. Вот тут вот стравбери, а вот тут спирмин, что значит перечная мята. А теперь открываем и занюхиваем. Боже, как это прекрасно. Чудеснейший мягкий латекс. Безумно приятный, безумно классный по ощущениям. При этом немножечко суховато в начале, но это не критично. В целом смазки достаточно. Поверхность самого презерватива при этом гладенькая, однородная. Никаких вам катышек и дырочек. А такое иногда бывает. Ой, порвала случайно, с кем не бывает. Зато теперь у нас есть потрясающая латексная салфеточка. Например, для куни. Как вариант. Двигаемся дальше. А на очереди у нас аромат мяты. И это по-настоящему приятный запах. Совсем немножко запаха латекса. Прям капельку-капельку. И очень приятный запах мяты.